Глава города 2 недели назад уже осматривал маршрут передвижения делегации. Тогда Алексей Копайгородский дал ряд поручений, которые необходимо было выполнить в кратчайшие сроки. Больше всего нареканий было в адрес дорожников, компании РЖД и предприятия «Сочи Свет». Навести порядок на вверенных территориях необходимо было и главам районов. Во время сегодняшнего объезда как раз проверили, все ли распоряжения выполнены. В итоге все работы проведены в срок. Там, где это было необходимо, дорожники нанесли разметку. Появились и барьеры для любителей езды по обочинам. Заменили облицовку подпорных стен. Везде вдоль трасс убрали сухие и аварийные деревья. Это в том числе позволит избежать чрезвычайных ситуаций во время предстоящего сезона дождей. Специалисты предприятия «Сочи Свет» демонтировали всю неисправную подсветку, а там, где планировалось, установили новую. Наведен порядок и на всех остановочных комплексах, которые расположены вдоль федеральных трасс. В целом, проделанной работой заместитель главы Сочи Сергей Рабилко остался доволен.